Что ж, самое время добавить в список везучих игроков футбола Райана Хокса. Билли, Райан, поздравляю! Они готовы вдвое увеличить твой контракт. Ты не успеешь опомниться, как вернешься в игру. Билли, я боюсь. Ты не должен бояться. Ты сможешь. Ты мог убить меня в той аварии. Может, засудить тебя? Райан Хокс не сможет играть. С ней покончено. Я тебя видела с ней! Илду хотите умереть, да? Ты еще копейки своей жизни не заработал. Наша управляющая компания проводит тренинги для сотрудников отелей и круизных судов. Вам нужно будет уехать туда, куда вас распределят. Не грусти, я скоро вернусь. Ты не можешь просто взять и уехать. Вождение в нетрезвом виде – это нарушение контракта. Ты это понимаешь? Райан, где ты? Знаешь, Билли, там, где тепло. Я думаю, вам не стоит больше пить, мистер Хокс. Правда? Простите меня. Спасибо. Поужинайте со мной. Как мне найти тебя? У меня нет ни номера телефона, ни имейла. Если ты хочешь, чтобы мы были вместе, приезжай в Петербург и найди меня.